Всем привет! Сегодня продолжение рубрики «Постройки подписчиков с почты». Спасибо всем тем, кто отправляет свои постройки на мою почту. Некоторые даже делают крутой монтаж. Это хорошая возможность для вас попробовать себя в роли ютубера. И мы начинаем именно с такого ролика. Так, привет, Хайгенс. Сегодня я покажу тебе робота Биби. Вот так мы садимся в портал и перемещаемся. Вот он, в принципе, его дизайн. Вот такой вот робот. Так, вот его механизм. Если хотите, скопируйте. Я его строил не по туториалу. Он может ездить. У него есть особенности. Например, силовое поле. Вот. И еще есть движение рук. Одной руки на красный рычажок, другой на белый. Вот так вот. Сейчас я настрою руку и вернусь. Так, я вернулся. Что он умеет делать? Притягивает все блоки, и когда я отпускаю этот рычажок, он откидывает этот блок далеко-далеко. И он умеет крутиться. И я вот так на нем езжу. Вот, в принципе, весь и робот получился. Ну и на этом все. Надеюсь, мы еще встретимся. Давай. Привет, ух, я хочу показать свою постройку. В Хаги-Ваги только огромный. Я сделал ее потом видео, только увеличил несколько раз. Смотри, берем джетпак. Так, снимаем его. Берем увеличительную конфету. Увеличиваемся, садимся. Делаем все так же, как на то видео, только все побольше. Тортик. Вот тортик. Выбираем стул с нижним тортиком. Берем клей. Ставим его на желтый шарнир. И все. Убираем мешок. И вот он, Хаги-Ваги. Надеюсь, ты оценишь эту постройку, и я буду видео. Пока. Всем привет! Я хотел бы вам показать мою тачку, которая может дрифтить. Вот она сама. Сейчас удалю это. Привет! Again! Я построил прыгающего крабика. Он умеет высоко прыгать. Ну на этом все. Всем пока! А теперь мы посмотрим несколько роликов без озвучки. Перед нами ИС-2 Берлин или просто ИС. К сожалению, автор не написал название этой постройки, но я думаю, что это ИС. Постройки очень интересные, но, к сожалению, я не знаю, кто их автор. Если автор этих построек напишет мне в Дискорде в личку, то мы, может быть, снимем более подробный обзор этих построек. А сейчас на наших экранах танк АМХ-1390 из World of Tanks Blitz. Название этого танка я не знаю, может кто-нибудь подскажет в комментариях. И в конце мы посмотрим еще несколько построек без озвучки, автора которых я не знаю. Я жду ваши постройки на своей почте.
Только не забывайте их озвучивать и писать название. Это хорошая возможность для вас не только показать свои постройки, но также попробовать себя в роли ютубера. И последняя постройка моего подписчика – космолет. К сожалению, она тоже пришла без озвучки. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока!